Состоялся концерт под названием «Музыка жизни». Это благотворительное мероприятие, организованное благотворительным фондом помощи тяжелобольным детям «Потерь нет» и музыкальной школой «Виртуозы». Участники этого концерта – выступающие оперные певцы, рок-группа «Гудзми». Интересное сочетание рок и опер, такой смелый эксперимент. Для нас это первое такое достаточно большое мероприятие, которое, мне кажется, удалось. Вышли дети на сцену, они оторвались, да, что называется, то есть спели, станцевали вместе с артистами. Я просто уверена, что все выступающие сегодня люди – это люди с большой буквы, это люди с большим сердцем. Они своим примером показывают всем, что помогать несложно, помогать легко. На самом деле это трудно делать, это благотворительные концерты. Просто надо, чтобы все это понимали, как помогали. Иногда до некоторых трудно достучаться. Вот молодцы, что сделали. И многие бы согласились работать, играть бесплатно там. Но только это все надо, чтобы еще кто-то поддерживал там. Пусть да, правительство. Это было здорово, вот вышли на сцену даже люди, плясали. Мы добивались такой обстановки. Зал нас принимал хорошо. Мы даже удивлены были. И вот это такой эксперимент, сочетание классики и рока. Оно, конечно, известно в мире, но здесь, по-моему, это первый раз. В Уфе это первый раз, поэтому, я не знаю, мне очень понравилось. Так как это наш первый как бы такой эксперимент, я надеюсь, что он был очень удачным. Люди это увидят, услышат. И в следующий раз, я думаю, что они придут к нам. Очень-очень понравилось, все было очень здорово, хочу еще. Я очень впечатлен, и мне очень понравилось, как они сочетали это именно рок и оперу. Я ни разу такого не слышал. И я очень рад, что получил возможность принять в нем участие, потому что таким вещам, к проблемам такого уровня, мне кажется, равнодушным оставаться нельзя. Безусловно, такие мероприятия нужны, потому что они помогают и детям, ну и нам, чтобы наше существование было полезным, нужным. Какой вклад я внес, это, наверное, виднее все-таки зрителю, нежели мне. Но я попытался хотя бы словом донести то, что помощь и отношение к людям, в первую очередь, с любовью, оно превыше всего. Найдите время для любви. Найдите время. Внутри спирали вечных дел и обстоятельств, привычных нам. И разделитесь с теми, кто делится с вами без долгов и обязательств.